почему важно преображать города и делать их комфортнее, и как при этом сохранить облик исторических зданий. Эти темы обсудили сегодня архитекторы и общественники на молодежном форуме «Города меняются». Архитектор Павел Гнилорыбов не учит новосибирцев, как именно сохранять старые здания. Такие технологии давно известны. Он объясняет, почему важно это делать. Павел уверен, неповторимый облик Новосибирска может привлечь множество туристов. А Красный проспект блогер назвал настоящей энциклопедией архитектуры. Здания этой улицы Павел предлагает украсить памятными досками. Нравится шутить над этим форматом, советским, бронзовым, жил и умер. Но ведь жизнь складывается не только из того, что мы рождаемся, там идем в армию, учимся и умираем. Жизнь состоит из всего на свете, и поэтому вот такие вот таблички, что вот конкретно на этом месте известный там новосибирский деятель испытал такое-то сильное ощущение, влюбился, встретил жену, сыграл свадьбу, понял, что именно это станет его дорогой на долгие годы. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!